Этот гибрид фаленопсиса называется зенкминоак, что в переводе означает дуб. Оак — это дуб. Не знаю, почему дуб. Может быть, потому что довольно-таки туго растет. Вся фишка в том, что у него в родителях есть Наташа Айко. Это гибрид на Наташу Айко. А Наташа Айко такой фаленопсис с капризами, на самом деле, и с причудами. Вот. Детки, собственно, тоже получились не такие, чтобы уж прям суперпластичные. Они не очень охотно начинают расти по приезду. Вот. Ну, они у нас в оранжерее уже давно сидят достаточно, он уже корни какие вырастили. Так что уже, можно сказать, они адаптированы, можно спокойно забирать и растить, и все с ними будет хорошо. Смотрите, листья серебристые немножко. Вот. Не знаю, насколько здесь видно. Ну, вот он прям такой немножко серебристый. Как странный такой гигантейный лист, но очень красивый гибрид. И видите, какая разница? Они действительно немножко разные. Есть вот несколько растений с такими вытянутыми листьями. Их два или три. Я себе такой тоже хочу оставить с длинными листьями, посмотреть, что процветет. Какой он будет, в отличие от этих с коротенькими, компактными листами. Многие уже с цветоносиками зацветают. Ну, из всех вот этих питеровских растений дубы, конечно, позже всего начали цвести. Самые такие прям тугие оказались, тугодумные. Приобрести их очень просто. Или через нашу группу породистые фаленопсисы, ссылочка внизу. Или просто напишите письмо на почту, и мы вам ответим. В другие города отправляем почтой, с деком, в принципе, как угодно. Если у вас есть какой-то проводник, можем с поездом отправить, все равно. По Москве можем курьером отправить. Так что это проблемы нет никакой. Цветение должно быть у него очень интересное. Вот на фотографии к видео я загрузила предположительное цветение. И из-за того, что Наташа в родителях, она даст вот эту пятнистость. То есть он цвести должен, конечно, бомбически. У меня тут есть парочка с цветоносами. Я жду, когда распустится, и сфотографирую. Потом фотографии выложу в группе породистые фаленопсисы. Если будет интересно, зайдите, посмотрите. Мне кажется, что-то очень красивое должно быть. Ну, бутон уже тоже прокрашивается. Там прям какие-то пятна, пестринки прям суперские. Так что вот, всем пока!